день, меня зовут Алексей Оленник, и сегодня мы рассмотрим некоторые элементы техники джиу-джитсу, которые можно использовать в ММА. Раз, раз. Выхват руки. Подтяжка руки максимально вверх. Плотно перекрываем бедром его плечо. Подхват. Ручки здесь, вторая здесь. Пережимаю груди и мощное скручивание вправо и вниз. То есть я грудью должен стремиться как бы эту кисть его перенести вот по этой траектории, вот сюда. Раз, иду назад. Все. Вот сюда скручивается рука. При этом ноги должны идти, нога, моя давящая ему на плечо, должна идти в одну сторону, его рука должна идти в другую сторону. То есть ошибка, люди надо вот так делать. Раз, и отводится бедро. Уходит бедро. Этого не должно быть. Бедро должно туда уходить. Не просто быть статичным, а наоборот, вот я тяну руку, а бедро уходит туда. Вот прием. Да? То есть выхват руки. Оттяжка. Раз, рука. И рука согнута в локте, подхватываем ее. И можно второй перехватиться здесь и мощный рывок на себя. При этом я должен плотно держать бедром его плечо. Мощный рывок просто сюда, раз, проворот руки. Он должен находиться на боку. Практически всегда в этом положении. Любые приемы на руку человек должен лежать на боку.